Чебоксарские ястребы готовятся к началу сезона. Буквально через пару дней стартует квалификационный этап Кубка России по баскетболу. Чебоксары, Тула, Саратов, Рязань, Тамбов и Самара. Из 6 команд в 1/16 финала Кубка пройдет лишь одна. По словам нового главного тренера ястребов Юрия Жуканенко, к играм команда готова. Это хорошие игроки. Я не думаю, что они хуже, чем были игроки в прошлом году, может даже это и лучший состав. Поэтому все будет зависеть от тренировочного процесса и от командного духа. И в тренерском составе, и в составе самой команды не обошлось без изменений. Экс-главный тренер Сергей Худаев остался в роли начальника команды. Его помощник Юрий Жуканенко вырос в должности и стал главным тренером. На место второго тренера ястребов назначили Владимира Гробмана. Команда очень куражная, мне нравится. Мужская команда воспринимает тренера как-то вот, знаете, так, глядя сквозь его. И поэтому оценивать будет мужская команда тренера лишь по окончании сезона. Я бы захотел заслужить уважение команды. Спасибо. В состав ястребов вернулся и сын главного тренера Павел Жуканенко. Этим летом он перешел в команду города Химки «Руна-Баскет». Но так и не начал с ней сезон. Своего места в команде неожиданно лишился разыгрывающий Глеб Бегельзимер. На своей страничке в соцсети он написал, что тренер считает уровень его игры выше, чем уровень команды. Это стало причиной увольнения. Теперь Глеб играет за сборную Тамбова. Правильный ли выбор сделал Жуканенко, узнаем совсем скоро. Одна из встреч Кубка – Чебоксары-Тамбов. Кстати, игры начнутся уже 27 сентября в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.